дорогие симбиряне, с Новым годом! Этот год непростой, в нем 366 дней, он високосный. По некоторым поверьям считается, что это год, который нам некоторые сложности может преподнести. Мне же хочется пожелать, что тот день, который астрономические правила нам дарят в этом году, чтобы этот день влился в череду дней, приносящих людям радость, надежду, веру, одаривающих любовью. Пусть случится то, чего ждет ваша душа, о чем мечтает ваше сердце. Пусть к вам вернутся все, кого вы ждете. Пусть год, который объявляется как год семьи, будет счастливым для ваших семей, маленьких и больших, и для большой семьи симбирян, и для совсем большой семьи – это нашей России. Пусть год будет счастливым для всех, кто верит в счастливое будущее.